У нас, получается, нету обеда, я сейчас запарила лапшу быструю и этот, типа душек. И вот пожарила 2 яйца с зеленым луком, положила в сметанки себе, прям так сейчас не буду сейчас кушать и причмакивать и вам показывать. Вот у меня, правда, еще и хлеба взяла на всякий случай. Я так ем, мне удобно здесь. У меня тут ноутбук, я смотрю, в кухне у нас даже стола, собственно, нету. Сейчас я покушаю, потому что уже расставает, и буду болтать. Походу буду... Не хочу надевать микрофон. Ем палочками. У меня тут свежая-свежая сметанка, и яички прям... Надо было даже больше пожарить яиц. Вкусненько. Как же вкусно. Прямо с этим лучком. Надо всегда так делать. И у меня тут шашлычок. Грибочки маринованные. Лук вот лежит с собой. Маринованный. Вообще говорят, что американцам все равно, что что-то одет, что у них там нечто пространство. Все это обман. Обман, потому что... Люди все видят, в чем я. Ой, правый бензин. Тут лук здесь свежий такой, вкус дает. Яйцо. Люблю хлебушек макать в бульон. Это свежий хлеб, поэтому я его взяла. Блин. Всем привет, кто меня любит смотреть, как я ем. Продолжаем. Чё? А? Мама нахваливает мой обед. Вот так говорит. Я, говорит, на плитой стою. Часами. На ты, говорит, за 5 минут вот такой обед приготовил. Мам. Особенно шашлык удался, да? Мне нравится, потому что шашлык удался, да, у меня. Я его не готовила. Я, конечно, так сижу. Можно подумать, неудобно, неудобно. Но у меня тут ноутбук, мне по спине так удобнее сидеть, чем на стуле. Надо покупать удобный стол, чтобы у меня рост нормально был. Тогда будет все с хлебом вообще вкусно.
Еще бы кока-колки. Ну давай фруктовую. Корейцы любят много в рот запихивать, и так смачно. Это мы так в фильмах видели, поэтому я так ем. Как я нравлюсь вам. Смотрите, мы купили вот это в прошлые разы в магазине Рос. Такую маску взяли фруктовую. Они там разные, рисовые, огуречные, что-то там всякие, тыква там, ну всякие-всякие. Так вот, что хочу рассказать про творог. Ребята, почему, ребята, с чего вы взяли, что эти торты с творога? Это не с творога торт. Сливки. Сверху масло, внутри сливки. Вот. И вишенка. И кейк коричневый. Все. Там творога нет, наверное, вы недопоняли просто. Ну, не проблема. В общем, там нету творога. И творог, который мы купили, там пачечка творога мы купили. И ватрушки, это натуральный творог, вот этот вот российский. Не американский зерновой, а российский. Он этот самый. Прямо творог как. Его с сахаром изминаешь, его как творог. Они не вот эти без пальмового масла и всякое такое тоже ахинеи. Они, это домашние торты. Это мы балуемся домашними тортами. Вот эту я тоже взяла огуречную. Да, я огуречную. Раз уж там это тоник огуречный, огуречный алоэ. Вот, может поэтому такой эффект алоэ. И вот, модно сейчас все алоэ, алоэ, огурец. В таком виде буду всех просить быть более активным на моем канале и писать в комментарии, ставить лайки, чтобы мой канал рос. Потому что если вы не будете это делать, то мой канал не будет расти. А кому он тогда нужен? И, ну, как бы, реально 10 или больше лайков, это больше просмотров. Вы просто не знаете, насколько. Вот, и поэтому, пожалуйста, прошу вас поставить лайки, может быть, комментарии, даже просто смайлик написать. Мне будет очень приятно.